Атака соперника, борьба за мяч, серия пенальти. И все это происходит под водой. Подводное регби, именно так называется, еще совсем новая для России игра. Свои первые шаги она начала делать в Москве в конце 80-х. По правилам игры в одной команде 12 человек. Из них 6 находятся непосредственно в воде, остальные в запасе. Вся игра происходит в плавательном бассейне. 2 тайма по 15 минут. Перед погружением игрок надевает ласты и маску с трубкой для дыхания. В подводном регби цель игры состоит в том, чтобы забить мяч, обладающий отрицательной плавучестью, в корзину соперника. Сейчас тренировки российской сборной можно увидеть с понедельника по четверг в одном из бассейнов Северного округа. Там готовятся к соревнованиям все 3 сборные разных возрастов. Это молодежная команда «Бета», команда более старшего возраста «Бобры» и женская сборная под названием «ЧП». Основной возраст игроков от 15 до 21 года. Из девушек я пришла одна из самых первых в 2001 году. Вот, уже 7 лет я занимаюсь почти каждый день с большим удовольствием. И даже не думала еще о том, что когда-то я брошу регби и буду заниматься чем-нибудь другим. Все начинается с 20-минутной разминки в бассейне. На дне устанавливают 4 корзины, и ребята отрабатывают упражнения. Снятие вратаря шеи, со спины. Далее идут игровые элементы, которые связаны с командной игрой. Мы 4-й сезон в международных соревнованиях. Практически ежемесячно выезжаем командой мужской. Это в финскую лигу мастеров. В России как бы еще нет такого количества сильных команд, поэтому с сильным соперником встретиться раз в месяц – это очень полезно для сборной. В 2003 году сборная России впервые приняла участие в чемпионате мира по подводному регби, который проходил в Дании. С каждым годом команды привозят новые победы. В 2007 году на Кубке северных стран молодежная сборная России дошла до финала, обыграла сборную Германии и принесла стране первый международный чемпионский титул. Юлия Годовникова, Сергей Ветюгов, телекомпания «Север ТВ».